Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Драконы Всадники Олуха. Так, 12-й день у нас, и я забираю сундучок, а в нем вот такие вот награды. Даже 25 конфеточек там выделили нам. Спасибо вам огромное. Я очень признателен за это. Так, это выключаем, вырубаем. Так, что ты мне принес, беззубик? Порадуй, пожалуйста, меня. Ну? Да ё-моё, ну мог бы что-нибудь посолиднее-то. Яйцо хотя бы то же самое дать. Ладно, беззубик, лети. Лети, дальше. Так, давай-ка мы, наверное, наших дракончиков проверим. Ну, что ты, Крамгильда, мне здесь? О, 375 миллионов древесины. Я бы с удовольствием хотел бы получить именно столько дерева, но не уверен, что это за полоска у нас там такая интересная на экране была. Скажи-ка мне на милость, а? Какой-то небольшой глюк. Или что это такое? Что это за полоска, ребят? Ну да, какой-то глюк. Так, тыква. Ну, с тыквами все, ребят, я уже прогорел, если честно. Не успею я собрать, к сожалению. Потому что как минимум 3 дня у меня в трубу улетело. А там нужно было практически каждый день. Так, что у нас тут? Давай-давай, что ты мне тут дашь? О, заколочку нашел. Спасибо. Эпическая заколка. Вверх бесплатно. Так, ну что, здесь вроде бы все, да? Мы с тобой определились. Давай дальше смотреть. А с древесиной у нас что? Ага, полный фэншуй. Так, давай тогда заберем с тобой рыбу. Здесь еще сундучок. Еще 150 миллионов рыб. Слушай, ну это шикарно, ребят. Так, секундочку. Давай тогда займемся сразу, во, прокачкой наших драконов. Ну, блин, я уже думал, сейчас выпадет. Ага. Рано радуешься, рычек, рано радуешься. Да, конечно, пускай летит дальше обучаться. Секунду, так, уровень получает. Слушай, мы можем сюда просто взять с тобой всю рыбу спихнуть. Весночету, давай спихнем. Даже не хватит. Офигеть, это ж сколько ты. Сколько тебе нужно рыбы, парень, чтобы прокормить тебя. Да, не хватает. Нет, не хватает. Ладно, давай отправим. Бывалор, ты-то что у нас тут? Обучить, иди обучайся. Кстати, на самом деле я хотел... Так, тихо-тихо, яркий ужас. Давай покормим. Пускай тоже идет, обучается. Древесинку отдай. На самом деле нам надо прокачивать вот этих наших с тобой обычных дракошек. Вот смотри, 85 уровень. Что там не хватает нам? Чтобы его прокачать, да? Ать! Понял. Понял, с рыбой проблема. Так, давай за древесиной, гоу. Ты, наверное... Давай-ка ты, наверное, за рыбой пойдешь уже все-таки с древесиной. Худо-бедно у нас все нормуль. А вот с древесинкой... Точнее, с рыбой... Блин, проблемы. У нас так всегда. То одного не хватает, то потом другого резко. Ну-ка, здесь-то у нас что происходит? Модификрылка, ты пойдешь у меня? Пойдешь. Полетишь, так сказать. Да, за железо, ребята, она прокачивается. Ну да ничего страшного. Так, летите все за древесиной. А я сейчас посмотрю, кто у нас здесь. Демичекрат. Вот они все тут сидят у меня, довольные. Шипотень, брюхоглот. Блин, ну Мечекрат, конечно, вообще эпично смотрится, вот согласись. Просто эпично, я даже не знаю, кого отправлять мне на обучение. Мечекрат, он синий. Так, а это кто у нас? А, это и Фумеранг там у меня стоит. У нас же, по-моему, задание какое-то там для него. Давай, наверное, вот так вот сделаем. И пока никак. Блин, этих кормить нужно. Этих нужно кормить, а мне кормить-то нечем. У меня рыбы-то нету. Кстати, оно событие какое-нибудь есть? Давай-ка глянем. Да, друзья мои, есть. Но это пока, как ты видишь, ранний доступ. Мне будет доступно через один день 17 часов. Плохо, что слишком долго времени придется ждать меня. Практически 85-х уровней, у меня очень много драконов. И поэтому до соточки их прокачать, в принципе, не составляет никакого труда. Согласись. Я даже могу вот этого отправить куда? Сколько? 167 миллионов нужно ему, чтобы чуть-чуть прокачаться? Офигеть. Ладно, бро, лети у меня... За железом. Что у нас за задание такое? Эрет, я слышал, ты решил приударить за забиякой. Наверняка стараешься поразить ее своими знаниями о драконах.
Кто-нибудь объяснит мне, о чем вообще речь? Что ж, я этого так не ставлю. Хочешь помериться знаниями о драконах? Отойди-ка в сторонку. Поймать дракона может любой, а вот обучить его по силам только настоящему эксперту. Так, повысить уровень Громеля. Так, Громель, где у меня? Повысить уровень Громеля, говорит, да? Блин, у меня не хватает. Срыва я не ожидал, что такое будет у нас. А, подожди-ка. Блин, нифига. У нас тут древесина, рыбы нету. Ладно, давай мы, наверное, с тобой откроем паки. Можно, в принципе, за монеты Одина пооткрывать паки с рыбой. Но можно также их покопить и приобрести что-нибудь довольно стоящее. В принципе, что я и хочу сделать. Давай еще рекламу глянем. Монетки Одина. Скоро, кстати, 700 штук будет монеток. Шторморез, кревет, громыль. И четко ресурсиков. Окей. Так, это мне не нужно. Давай посмотрим теперь, что наши эти хламочки принесли нам. Так, отлично. Иди на поиски. Подожди секундочку, дай-ка я вот здесь вот еще гляну. Обмен. Возьмем с тобой эту брошь. Так, а теперь зеленая смерть. Что ты мне принесла? Так, сломанный меч и опять же тусклый янтарь. Ладно, пускай дальше идет на поиски. Ты что там притулился у меня? Типа я тебя не вижу, да? Хитер ты, хитер. Блин, как же хочется очень-очень-очень, ребята, много ресурсов зарабатывать. Но никак. Никак этого не сделать нам. Мы ограничены с тобой. Почему я, например, не могу... Что это здесь за... Прокачать лохания. Потому что мне не хватает викингов, понимаешь? А чтобы викингов, мне нужны дома. Чтобы дома, мне, естественно, нужно... Причем, если ты хочешь улучшить зал совета, тебе говорят, парень, а для этого тебе нужно поставить великую кузню. А чтобы великую кузню прокачать, тебе требуется 12 драконов в сотовом уровне. 12 драконов, ты представляешь? Это ошеломительные затраты именно в рыбе. Это ж прокачивать, сколько их нужно. Вот придется нам теперь с этим заморачиваться. Так, ладно, забираем с тобой... О, конфетку. Еще 30-ка. Так, и здесь еще 50. Еженедельная, 60. О, обучите 20 драконов. У меня только 15, да, обучено? Окей. Так, здесь у нас созрел, по-моему, пак. Да, редкий. Ужасное чудовище, кошмарный пистеглов, шторморез, кревет, громль, громобой защитник и кривоклык. Ё-моё. Скалотряс нам выпал. Жалко, что они очень-очень, ребята, редко выпадают. Как бы хотелось бы их прокачать как можно быстрее, но они так редко выпадают. Ну и, соответственно, мне бы очень сильно хотелось бы как можно быстрее накопить 3000 рун, чтобы у нас появился уже с тобой все-таки ворчун. И плевака мог тоже выполнять задание. Потому что в данный момент он просто сидит и отдыхает в своей кузне. Тут у нас с тобой все забито. Все. Дай древесину и лети за поисками. У нас это вот сколько здесь драконов, а ты еще не забывай, сколько у нас на складе сидит драконов. Так, ну что, здесь вроде бы мы с тобой все сделали. Так как у нас нет с тобой пока никаких событий, я предлагаю сходить на арену и набить себе 2 пака вождя. Я думаю, ты будешь не против, да? Давай посмотрим. Так, 2 красных плюс фиол против нас здесь будет выступать. 2 красных плюс фиол. Так, секунду. Вот этого надо парня тоже нахлобучить как можно быстрее. Фиол, хотя Громоль тоже меня не особо устраивает своими фаерболами. И вот ударяет он не кисло. Все время, ребята, забываю вот здесь вот расставить кнопки. Чтобы не вот так вот постоянно кликать, а нажал, например, кнопочку 1, 2, 3, да, и вот так вот, таким вот образом это. Не надо, по крайней мере, кликать сюда. Экономия времени. Да и удобно, в конце концов. Тихо, сейчас что-то... Ой-ой-ой-ой-ой-ой, сейчас лупит. А что это? Я-то там... Я думал, что я как вжарит, так вжарит. А у него такой хиленький ударчик был. Фу. Причем он, по-моему, должен быть массовым. Этот и то он бомбанул сильнее. Так, ладно, сейчас мы с ним тоже разберемся. Вот так вот мы на него вешаем слепоту. Ну, а дальше уже, сам знаешь, дело практики. Разберем и не поморщимся. Давай. Прекрасно. Так, я просто укушу, потому что все равно он целый ход еще будет слепой.
И мы уже его добьем. Нам даже не надо будет вешать вторую слепоту. Все. Так, а здесь у нас, я смотрю, костолом. Ага, кревет. Ой, кревет, ё-моё, кривоклык. Ну и лаварых. Начну, наверное, вот с этого. Так как он красненький, он разбирается быстрее, чем эти стражи. Со стражами еще нужно попыхтеть будет. Но в наших интересах как можно быстрее его забомбашить. Хотя он что делает? Только лишь укус. Но укус у нее довольно сильный. Так, добиваем. Ой, сейчас будет, по-моему, разбег, ребят. Сейчас кому-то оглушение прилетит. Да ладно, и этот под хрен еще разберет, что ли? Твою дивизию, вот это он, да, ребята. Вот это он мне подсолил сейчас. Слушай, наверное, в следующем ходу мы с тобой, знаешь, что сделаем? Да, я думаю, что мы будем с тобой делать слепоту. Вот сюда вешать. Пускай он помогает нам разбирать этого хламона. Ну и заодно, естественно, будет промахиваться. Да-да-да-да-да-да. Бамс по-своему, отлично. Пускай он там пока оглушенный будет, а мы с тобой разберемся с этим. Так, еще разок, пожалуйста, звездани своего кореша. Ага. Теперь я вот не знаю, стоит ли слепота. Наверное, не стоит. Он сейчас... Ах ты, жук! Ты глянь, что творит, а? Повесил щиты свои. Да идите вы в баню. Вы что делаете, эй? Прикинь, он еще и захиливает здесь. Давай разбег свой, пожалуйста. Ну, будешь разбег делать? Давай, 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 родной, как раз это хорошо. Бамс. Блин, нам нужно добить его. Так, ну что, Лаварык, спишь? Вот спи. Сейчас мы с тобой тут разберемся. Опа. Сейчас опять отхил, наверное, врубит, да? Слушай, нет, не успел ничего врубить, поэтому, наверное, ему крышка, скорее всего. Да, мы его добиваем. Идеально. Ну что, очередная вражеская команда. Музыка куда-то исчезла, как всегда. Ладно, это не важно. Че на музыка. Начну, наверное, я все-таки вот с этого. В первую очередь. Потом, конечно же, кревет. Но тут, видишь, еще есть сарделька. Угу. Так, подожди, блин, энергии-то. Энергии дофига. Сейчас могут влупить. Ай-яй-яй-яй-яй, могли бы добить его, конечно. Сейчас будет что-то плохое. Так, барсик. Блин. В общем, будем надеяться, что все-таки он потратит суперудар. Иначе креветом устроит такой переполох. Блин, придется, наверное, залечить раны. Сейчас он сделает электрический разряд. Ой-ой-ой, он очень сильно бьет. Посмотри. Ты посмотри, как он зарядил. Слушай, ну в таком случае мы все-таки успеем. Сейчас барсика, конечно, потеряем, наверное, да? Нет, барсика не стали трогать, пожалели, так сказать, его. А вот мы с тобой сардельку жалеть-то не будем. Но все равно без потери не обойдется. Сейчас кого-то потеряем. Подожди, хотя... Если вот так вот сделаю... Слушай, нет, мы никого не потеряем. Мы заотхилились и поэтому добиваем. Шикарно. Ну что, друзья, получили мы с вами пак вождя. И к тому же мы получили с тобой два редких пака. Я считаю, это удачный был заход. Шторморез, костолом дикарь, острозуб и кривоклык. Опять же, три карточки на него. Неплохо. Ну что, пойдем тогда за вторым паком вождя. Так, смотрим, кто нам здесь сейчас выпадет. Воу-воу-воу-воу. Хофер. Шипорез. И кто там еще у нас? Громель. Окей. Опять музла нету. Куда музло делось, а? Я, наверное, вот так все-таки начну. Именно с Хофера. Хотя, на самом деле, здесь опаснее из них всех Громель. Но если мы сейчас начнем его разбирать, друзья мои, нас вот эти вот охламоны очень быстренько уничтожат. Потому что он разбирается очень долго. Так, звезданем. Сейчас, наверное, прилетит нам с тобой первая плюха. Слушай, нет. Интересно, а ты будешь что-нибудь делать? Вот она, массуха пошла от него. Ладно, уничтожаем. Так, теперь Громль остался у нас. Прилетит? Прилетит. Ой-ой-ой, жаль, жаль, конечно, что... Что барсика-то нам уничтожили. Но ему сейчас тоже крышка будет. Он ничего здесь не сможет сделать против нас, против двоих. Было бы, конечно, идеально, когда нас трое.
в большинстве, но так тоже пойдет. Давай кусанем. Нет, давай кусай его. Окей, сейчас еще один фаербол, да, прилетит. Окей, и добивка. Все, нормуль. Ну а здесь у нас кто? Я смотрю, кривоклык, скалотряс. Ну, тут, наверное, вот с этого начинать надо, со скалотряса. Хотя не все дамагеры. Все ох, слушай, смотри, сколько урона он наносит. Да ладно. Слушай, мы так сейчас с тобой можем свалиться, причем довольно быстро. Так, только ничего не делай противного. А, ты посмотри, как вжаривает. Добить-то хоть, да. Одни меньше. Это сейчас будет делать разбег. По-моему, Барсику крышка, ребят. Ну, понятно. Барсику крышка. Что мы можем с тобой сделать? Мы можем залечить раны. А можем сделать вот так. Понижаем броню. Делаем укус. Я еще просто по одному удару должен выдержать. Наверное. Да, теперь сделаем вот так вот. Но этот только укусит. Мы его добьем сейчас. А вот этот будет сейчас психовать, ребята. И, скорее всего, пойдет он на моего... Ну-ка. Точно. Так и есть. Он его оглушил. Он его оглушил, и сейчас же его... А, нет, не добьет. Он пропустил ход. Инициатива у него слабенькая. Ха, он еще вот так может даже? Слушай, я не знал, что он может огнем пулять. Ну, тут в любом случае победа за нами. И это прекрасно. Ну что, у нас с тобой последний поединок, надеюсь, и мы получим пак вождя. Вот с этих начну, хотя... Душитель мне тоже не особо нравится. Дымодышащий этот. Да и Ветрокрыл тоже здесь, подхалим еще тот. Но все-таки вот этого надо в первую очередь, потому что фаербол от него... А этот понижать броню будет. Твою налево. Тут очень большой шанс фейлиться. Хотя, уже не такой большой. Блин, давай так сделаем, фиг с ним. Ага. Ребят, нам нужно, чтобы вот этот потратил... Блин, ты хорош так бомбить. Нам нужно, чтобы вот этот потратил суперудар. Он уже не потратит. Сейчас будет лютая, ребята, заморозка. К сожалению. Ну, по-другому здесь никак не сделать было. Угу. О, он даже промахнулся. Слушай. По Барсику промахнуться. Обычно Барсику все время достается. Ладно, я надеюсь, мы сейчас его успеем все-таки захомутать. Повесить на него слепоту даже, возможно, успеем. Да почему возможно? Успеем. Все у нас окей. Так, вешаем на него слепоту. Все, можно два хода не бояться ничего. И за это время, естественно, его разбирать. Лютый, конечно, вот этот суперудар, как по мне. Заморозка массовая, причем на сколько там? На целых два хода замораживает, как ни крути. Все, удачно у нас получилось. Ну вот и пак вождя. Давай откроем, посмотрим, что он выпадет отсюда. Андреворуб, Душитель, Шторморез, Крылатый Ужас, Вострозуб и Громовой Защитник, Барс и Вепрь. Оу, ты гляди-ка, второй раз нам выпадает Скалотряс. Это что-то с чем-то. Прям какая-то редкость. Прям какая-то редкость, блин. Как же вы хотите, ребят, прокачаться, я вас прекрасно понимаю, но видишь, уровни. Вся проблема в уровнях. Прокачивать их это очень долго. Клыка Крив тот же самый, 24 уровень. В принципе, не так уж и много, да? Так же, как... А, вот этого можно улучшить, кстати. Ага. Это какой у него... Ох ты, парящий прихвостень уже 14 уровня. Так это, ребята, это очень даже неплохо, я тебе скажу. 14 уровень на парящем прихвостень. Кто у нас парящий прихвостень? Что за... Ага, он фиол. Блин, у нас и фиол есть. Вот вместо Барсика, мне кажется, вообще парящий прихвостень зашел бы на ура. Почему-то вот так вот мне кажется. Могу, конечно, ошибиться. Но мы можем с тобой его поставить для проверки уже на будущих поединках. А там уже посмотрим, как пойдет. Ну, если не пойдет, мы в любой момент можем его обратно, как говорится, заменить.
Так, ну что, друзья, на этом, пожалуй, я буду сегодня закругляться. Мы обязательно увидимся в следующей серии и уже будем с тобой проходить, надеюсь, события. Ну-ка, хватит у меня. Ага, хватит, конечно. Так, что он туда? Пускай идет, летит, он рыбу собирает. Так что, друзья мои, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.